Всем привет! Сегодня у нас посылочка с Алиэкспресс. Простите, что так давно не было посылочек, потому что я ездил на обучение, получил 4-й разряд, нашел себе девушку, и я счастлив. Да так счастлив, что забыл ножницы. И у нас посылочка, не забываем. Ну, давайте вот так ее откроем. Тут у нас, скорее всего, нож. Сейчас прихожу, у меня ящик завален извещениями, и видно, надоело уже почтальону носить эти извещения, он мне просто кинул посылку в почтовый ящик. Ну, спасибо, мне не надо идти на почту. Так, здесь у нас ножичек заказывал, вот такой вот ножичек, ух ты. Ну, слушайте, такой прикольненький, в поход ходить, слушайте, самооборона. Острый нет хотя бы. Ну да, такой достаточно острый. Вот такой вот чехольчик, значит, стоит что-то на момент покупки, он стоил 112 рублей всего лишь. Так, в пакетике смотрим, больше ничего нет, спасибо продавцу. Так, трек, не знаю, трекался нет, потому что я был в другом городе, как я говорю. 13 дней я не отслеживал посылки, но посылок идет много, так что подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока, наверное.